С этого года в российской пенсионной системе вновь изменения. Они касаются новых правил расчета пенсий. Об этом и других нововведениях рассказали сегодня в Пенсионном фонде. С 1 февраля страховые пенсии вырастут в среднем на 1200 рублей. Это посильная помощь государства пенсионерам в условиях инфляции. Что касается расчета будущей пенсии, то теперь вводится понятие индивидуальный пенсионный коэффициент, то есть пенсионный балл. Он будет начисляться, исходя из каждого года трудовой деятельности работающего человека. Порядка 700 на сегодняшний день мы назначили пенсий. Вот наибольшее количество коэффициентов у одного пенсионера 343 коэффициента, то есть 343 балла. Если перевести в рубли, это получается вот из стоимости пенсионного коэффициента, если перевести на рубли, то это получается почти 22 тысячи рублей. Плюс к ней фиксированная выплата, размер пенсии 26 тысяч. Пенсионный фонд готов объяснять нововведения. Специалисты ведомства создали информационный сервис – личный кабинет застрахованного лица. Данные для входа используются те же, что и при входе на портал госуслуг. Можно зарегистрироваться и заново. В специальном разделе с помощью калькулятора можно рассчитать размер будущей пенсии. Система представляет возможность посмотреть, какой я выработал страховой стаж, который учится при установлении пенсии, и какое количество баллов я заработал на сегодня. То есть система работает в онлайн-режиме с реальными базами данных Пенсионного фонда России. В условиях непростого экономического кризиса, напоминают специалисты фонда, нельзя забывать и о программе государственного софинансирования. В Чувашии зарегистрировано 205 тысяч человек, участников программы. Уплатив первый взнос до 31 января этого года, они увеличивают в два раза свою пенсию. Анастасия Лангина, Андрей Спиридонов, Республика.